Друзья, у нас сегодня поступила заявочка. Мы исполним песню по заявке. Песня называется «Наплевать». Она из кинофильма «Бумбараш». Он вышел в 71 году по мотивам рассказов героя своего времени Аркадия Петровича Гайдара. Вот. Считаю, замечательный человек. 18 лет полками командует. Не каждый бы смог. А он смог. Вот. Исполнял ее Валерий Золотухин, он же играл главную роль в этом фильме. Музыку написал Владимир Дашкевич, слова Юрий Ким. Но в титрах он указал свой псевдоним Ю Михайлов. Я вспоминаю эту песню, как он едет там с этой хрюшкой на поезде, повесит, там кумачами развешан. Давайте, гармошки нет, под гитарку ее сейчас. Наплевать, наплевать, надоел довоевать, ничего не знаю, моя хата с краю. Моя хата-то маленька, печка да заваленка, зато не казенная, а своя законная. Я Фома, ты мне слово, я те два, а бумажечку твою я махорочкой набью. Ты народ, я народ, а меня дом да Милка ждет, уж я ее родимую приеду, сагитирую. Слава тебе, Господи, настрелялся досыти уж для своей, для милушки, чутко оставлю силушки. Наплевать, наплевать, надоел довоевать, были мы солдаты, а теперь до хаты. Такая вот позиция была у главного героя, но все равно, в конце концов он понял, что надо быть за рабочих и крестьян. Я приду и тебе обойму. Песни в этом фильме замечательные, то есть можно петь, они все там, от революционно-патриотических до «Давайте вместе задуем на свечу», то есть все, а вот эта гениальная «Пушку к небу повернул, дунул, плюнул, дернул шнур». Советую пересмотреть этот фильм. Обалденный фильм, просто журавль по небу плывет, корабль по морю идет. Это вообще супер хит, хитяра. Ну, нам ничего не остается делать, как только ставить лайки, подписываться, писать комментарии. Может быть, какие-то еще будут заявки. Если мне песня эта нравится, я готов ее исполнить для вас. Пока, друзья!